пресечение правонарушений, раскрытие преступлений, обеспечение общественного порядка и безопасности. Сотрудники управления МВД России по Одинцовскому округу подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первый квартал 2022 года. Тенденция снижения количества преступлений, в том числе тяжкие, особо тяжкие, направлены в суд. Да, допускают большинство подразделений огромное снижение, и получается, мы остаемся где-то у рубежа зоны критики. Сократилось число преступлений в общественных местах, констатируют полицейские. При этом за отчетный период в округе прошло уже 81 массовое мероприятие, в ходе которых серьезных правонарушений зафиксировано не было. За первый квартал в дежурной части Одинцовского городского округа поступило 23 576 заявлений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях. В январе-марте на 3,1% уменьшилось количество зарегистрированных преступлений. Поздравления с профессиональным праздником прозвучали в адрес сотрудников следственного управления. Заместитель начальника полиции Иван Канайкин поблагодарил их за ответственное отношение к служебным обязанностям и успешное выполнение поставленных задач. Мария Шматкова, Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».